Мы приехали в городок Пертамбой. No animals of any kind shall be allowed on the beach. Никаких животных. Ну и там как раз развлекается семья с собакой. No swimming, no nadar. А это может быть на испанском. А может нет, я просто не знаю, что такое nadar. В общем, этот городок еще до релокейта выглядел для меня очень таким вкусным, когда я рассматривал относительно близкие к работе, к будущей работе города. В данном случае этот в 30 минутах езды от нас. И он как раз на самом побережье. Здесь, если вот по этой набережной пойти туда и влево будет уходить этот мыс, там прямо на побережье есть апартменты тоже, где я уже видел в своих мечтах с единорожками, как Лида с Кирой будет с коляской гулять там по набережной по этой. Но потом я посоветовался с одним из хлопцем, который уже здесь жил в Джерси. Он сказал, что да, ты молодец, я этот городок тоже рассматривал. На самом деле здесь очень городок довольно-таки мало белых. То есть это преимущественно мексиканский городок. Латиносы и хиспаник. Вот. Он такой городок-работяг. Тут через... Ну, почему этот городок мне еще был удобен, как-то нравился по удобству, потому что здесь сразу там в 5 минутах мост, и ты попадаешь на Нью-Йорк через вот этот пролив. Вот. Это мы на самом краю небольшой такой набережной здесь. Купаться запрещено, но я думаю, и не стоит, потому что тут очень много судов. Вот этих вот кораблей, судогрузов, сухогрузов. Поэтому я не думал, что здесь прям чистая вода. Но я вижу вот волейбольные площадочки стоят на песочке. Много яхт. Наверняка должен быть какой-нибудь условный сервис, где можно за деньги прокатиться на яхте. Набережная сделана красивенько. Очень много всяких памятных дат. Missing in action. We do to mean sacrifice. Medal of Honor, медаль за отвагу. Кстати, надо будет посмотреть, что это за церковь. По стилю не похоже на все эти баптистки. Ветераны. Ну, в общем, как я и предполагал, такое место не может не быть использовано в военное время как форт. И, судя по всему, в предыдущие войны это так и было. Здесь какая-то стройка идет. Тоже белки вон бегают через дорогу. Ну, пока мы проезжали вот непосредственно по центру, ну, если это можно назвать этим центром, вот этой частью, по этой части города, то были еще различные там памятники, здания очень красивые. Необычные, ну, по моим меркам, необычные были сами домики жилые. Такие таунхаусы. Многоквартирные домики, двухэтажные тоже. Transportation Hub. The Gunderson Brothers. Братья Гандерсоны. Африканская королева. African Queen. Busy Harbor Circa. His first trip to Philadelphia from Boston via New York. Бенджамин, молодой Бенджамин Франклин. Took the long ferry across the Raritan. They walked 60 miles to Burlington. Кире здесь полное раздолье, потому что только-только прошел ливень, и она обожает лужи. Лита тоже обожает лужи и дождь.
там какой-то прям райончик на том берегу. Вид. Наверное, элитный. Уже платье мокрое все. Ой-о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 й, Кира. Пожалуйста, только ручку идем мыть. Снимай сандалии. Не хочет. Мы решили спуститься на пляжик. Ну, несмотря на дождик, тепло. Плюс 30? Плюс 30. Даже если плюс 28. Главное, чтобы далеко не ушла. Я думаю, что она испугается дальше. Похоже, папа будет разуваться. Иначе ловить ребенка будет некому. И расстой. Папа еще не разулся. Ну, он тепленький. Сейчас проверим водичку. Водичка тоже неплохая. Ой, какой кайф. Самолет, Кируся. Ты боишься? Мама тоже решила присоединиться. О, ледяная. Это вообще не ледяная, это что? Кайф. Мороженое. Снимай тапки, Кира. Хотя не снимай. А, там уже, да. Самое обидное, что я хотела взять и что-то переодеться, и решила не брать. Ну, ладно, что-то. Пульк. Вот это мост, по нему поезд проходил, это железнодорожный мост. Вита говорит, что это аэробус. Я так думаю. Вита так думает. Он реально большой. Кирочка, а моя ручка в этом водичке? Как ты думаешь, здесь водичка не токсична, может, тут нельзя ноги мочить? Ну, купаться не рекомендую, тут видишь. Чистоты. Свиминг, наверное. Так, короче, да. Да. Еще один самолет. А что здесь за аэропорт, Лида? А, Ньюарк? Нет. А не один из трех нью-йоркских аэропортов. Потому что самолеты каждую минуту. Thank you.
тело. Сидишь? На каждый день. Нужно каждый день руки мыть, даже если лень. Что, на ручки? На качельке? Пойдем, там были качельки, кстати. Аэропортов много? Ой, краб. Краб, Кируся. Краб. Краб. Он живой? Ой, на качельке. Кирочка, на качельке нельзя, они мокрые все. На качельке качал. Краб не живой. Еще один летит. Кир. Ага. Я. Really? Drinking water, yeah. I got hoses. Clean the fish. Yeah. It's the same water you got in the house. You can rinse some feet. This one? Yes. Perfect. Thank you so much. Perfect. Thank you. Kira, let's go. Let's go to the pier. Ира. Беги, маму догоняй. Беги. 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 Дядя хороший попался. Сказал, что вот если дойти до этого пирса, то там есть питьевая вода и шланги, которыми можно помыть ноги. На качельке. И можно. Сейчас мы только зайдем на пирс, помоем ножки с мамой и пойдем с тобой на качельке. Please stay off the dune grass. Вот то, что я говорил. Прям как в Новофедоровке. Босиком. Рассекать. Снимаешь видео? Да. Амбо Пойнт. Proposals. Proprietors. Ну, там на пирсе сказал. Я пока тоже. Может, он нас специально хочет туда загнать и все. Белки. И сейчас убегать будешь? Я надеюсь, там все закрыто. И она далеко не убежит. Две
бадьи с мусорком? С мусоркой? Кируся, Кира, сюда. С мамой, с папой, сюда. А, вот она. Вот она, как говорит. Да, раз, два, три. Они откуда? Он сказал, питьевая вода, но мне кажется, он просто там насосы качают из-под... Конечно. Стульчики. Тут рыбаки свои стулья оставляют или что? Не надо? Да, сполосни мне чуть-чуть. Просто надо держать, он так это не может. Все. Спиной станешь? Все. Кируси полей тоже. Она будет рада. Глянь. Папе на ногу наступила. Все, я помог. Поехали домой. Поехали. А вот, смотри, какая машинка, Кируся. Смотри, какой крутяк. Да? Крутяк. Крутяк. Просто. Баба. Баба? Баба. US Army. Вот, папа. Если что, это ветераны на таких машинах ездят. Это папа. Это попа, да. Вот это попа. Special Forces. Да. Неплохо. Неплохо. Не хочешь? Хочешь и меня? Хочешь? Ну иди рули. Мы только что с Лидой узнали, что это его машина. Как раз дядя, который нам подсказал про воду. Он подошел, что-то туда бросил в машину. А, орешки, которые он кушал. Мы его спросили, это ваша машина? Он, да, у меня есть такие, у меня три таких вообще. Я говорю, классная машина. Он, да. Я говорю, вы ветеран? Он говорит, да. Special Forces. И Лида захотела в армию. Да, если в армию, если в армию можно купить такую машину. Да. Можно захотеть. Так. Здесь ветераны чувствуют себя неплохо. Так и должно быть, наверное. Так и должно быть. Здесь рядом с набережной что-то. Куча флагов Аргентины, Греции, Ирландии, Италии, Бразилии. Николай Коперник, слушайте. Я не знаю, насколько будет нагло пройтись здесь по газону. Казимир Пуласки. Отец американской кавалерии. А это Николаус Коперникус. Он остановил солнце, запустил землю, закрутил, подвинул. Рожден был в польской нации. Все, да? Остальное то же самое, наверное. Нет. Дальше не могу понять. Наверное, против света не видно. Вот. Хуан Пабло Дуарте. Site of the first successful Scottish settlement in the colonies.
Или колонис. Всегда ударение путаю. Короче, это место первого успешного поселения шотландцев. Кстати. Вот интересно, украинский или шведский? Похоже, украинский. Не шведский. Вот. Пойдемте посмотрим на Хуана Пабло Дуарте. Founding Father, отец-основатель Доминикан Республики. Ага, Доминиканской Республики. Понятно. Republic. Вот так вот. Его страсть к образованию, его лидершип, лидерство, честность, там, вера и патриотизм делают его inspirational, впечатляющим, или как это сказать, воодушевляющим ролью, моделью for our youth, для нашей молодежи. Вот так вот выглядит. Ну и вон, собственно, молодежь. Там какой-то парк с фонтанчиками. Ой, какая крутота. Нет, надо, наверное, все-таки уговорить Лиду сюда притащить Киру. Просто ей уже пора спать, мы ее кормим там в машине. Сейчас скажу. Маловероятно, но попробовать стоит. Нет, увы. Увы, фонтанчики не пошли, Кируся. Кируся, иди, закрывай ножками дырочки. Не? Все. Да не, не все. Сейчас еще будет. Сейчас вон там кнопочку надо нажимать, видишь? Видишь, мальчик? Мальчик не боится. Иди тоже поиграйся с водой, Кира. Кира. Иди туда, в самый центр забегай. Фонтанчик, да. Не, человек будет обходить. На качельке. Вот так вот, фонтанчики, извините. Галя со стволом пришел, с водяным. Кира на качельках. Яка. Ребенок доволен. Очень милый городок. Ну, есть тут, вон, есть тут белые люди. Вот молодые пришли люди. И ветеран тут был тоже белый. Не испаноязычный. Так что, не стоит списывать со счетов этот город. Питьевая вода тоже стоит. Ну
Вот гангстер. Сейчас я засниму гангстера. Чувак решает вопросы, кого заказать. Кого заказали, вернее. Сейчас пойдет мочить. Сейчас пойдет мочить, да. Не, ну он смотрится эпично, конечно. В татухах и с водяным пекалем. Ну скажи, офигенно. Крутой тип. Единорожек, да, рядом. Смотри, он единорожка замочить решил, наверное. Может быть. Мама сделала подставу. Напилась? Фонтанчик? Ты в фонтанчике искупалась? Нос. Где мой телефон, пожалуйста? Нос. Еще хочешь? Ты все равно мокрая уже вся. Беги. Беги в фонтанчиках побегай.